30 июня стал поистине одним из счастливейших и знаменательных дней для студентов Казанского федерального университета, которые в этом году с отличием завершили свое обучение. Торжественная церемония вручения дипломов самым активным выпускникам традиционно прошла во дворе главного здания Казанского федерального. Исходной точкой мероприятия стала речь исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. В ней отразились самые важные слова для выпускников, родителей и преподавателей. Также исполняющим обязанности ректора было отмечено, что сегодня собрались самые яркие, амбициозные и талантливые студенты, которые на протяжении нескольких лет добивались высоких результатов в различных направлениях деятельности на благо университета. Дипломы с отличием студентам, проявившим себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, лично вручал Дмитрий Таюрский. Сегодня у вас один из самых знаменательных дней вашей жизни. Он волнителен и должен запомниться. Позади остался марафон студенческих лет. Как правильно сказали ведущие, позади остались конспекты, позади остались зачеты, экзамены, позади остались беготня за преподавателями, которые не хотели принимать у вас зачеты и экзамены. Но все это позади. Для вас начинается новый этап вашей жизни, новой самостоятельной жизни, и впереди вас ждет насыщенная, интересная жизнь, которая, я уверен, будет наполнена новыми целями и победами. Во дворе главного здания Казанского федерального университета собрались лучшие из лучших – 51 выпускник-отличник. Среди общего количества ребят был выделен топ-19 студентов, которые добились наибольших успехов за годы обучения в университете. Среди таких студентов – призеры международных и всероссийских конкурсов и победители республиканских премий. Студентов, привнесших в копилку вуза множество наград и достижений, чествовали особенно. Помимо красного диплома, ребятам также вручили благодарственное письмо, памятные сувениры, шарф и статуэтку с обозначением Казанского федерального университета и, конечно же, праздничный букет цветов. Программа мероприятия была насыщенной и масштабной. Концертные номера сменяли официальное вручение красных дипломов выпускникам. На импровизированной сцене выступал вокальный ансамбль «Снег» и танцевальный коллектив «Real Dance». Осень, ты соткан из дыма и верных друзей, и разных незыблемых истин, из горя и радости света теней. Далее поздравить лучших из лучших пригласили студентов первого курса Казанского федерального университета. Ведь когда-то и они будут получать дипломы в статусе отличника. Теперь вы – гордость университета, его лучшие выпускники 2022 года и отличный пример, на который хочется равняться. В завершение торжественной церемонии выпускники пригласили на сцену исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского для вручения ответного памятного подарка – корабля, ведь он символично отражает всю структуру Казанского федерального университета. Пожалуйста, дуйте из всех сил, чтобы у нас были полные паруса. Благодарим вас, выпускники, за теплые слова в адрес университета. Дмитрий Альбертович, уважаемые студенты, просим вас занять свои места. Студенты поблагодарили «Альма-Матер» за лучшие годы в своей жизни. Преподаватели университета за их безграничную поддержку на протяжении студенческих лет. И, конечно же, родители за мотивацию и воодушевление постигать изучаемые науки. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Никита Акиньшин, Андрей Багаудинов, Универньюз.